Мне так кажется.
Ну, он смотри, вот, когда он отходит, вот здесь вот он прошел и стоит на месте. Его не гоняют туда. То есть, надо, чтобы каждый раз, когда он зашел, то он минимум два шага делает. То есть вот он отошел и не боится, да? Не боится, что он справа сыграет. Это же что? Это же соперник. На место. Да. И вот он три раза набросил, тоже мало. На третий раз. А то раньше. Ну что, сыграли? Нет. По партиям как? Я буду сидеть.